Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днем». С вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Лыжный марафон 100 километров за 24 часа в Десногорске. В Смоленске накрыли подпольный цех по производству алкоголя. Сводка криминальной обстановки в городе. Творческая выставка работ ветеранов Смоленской атомной электростанции. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Жители Смоленской области получили доступ к государственным услугам многофункциональных центров по принципу «одного окна». Сейчас в регионе работает 27 филиалов МФЦ. К примеру, чтобы оформить водительское удостоверение или лицензию на право медицинской деятельности, записать ребенка в детский сад и даже подать заявление в ЗАГС, можно в многофункциональных центрах. Принцип «одного окна» упрощает жизнь как физическим, так и юридическим лицам. На данный момент предоставляются 615 видов государственных и муниципальных услуг. 23 февраля, в День защитника Отечества, в Десногорске прошел 38-й лыжный туристский марафон 100 километров за 24 часа, посвященный памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. Подробности далее. Этот марафон в нашем городе проводится ежегодно с 1981 года. Любители лыжного спорта съезжаются с разных регионов в Десногорск. С раннего утра проходит регистрация участников. Участвовал, наверное, около 5 раз. Правда, последний раз именно лыжный, это было 9 лет назад. Там, на мой взгляд, там, когда не получалось, когда была не очень хорошая погода. Ну а здесь покажет лес, мороз. Надеюсь, солнце. Мы приезжаем уже, наверное, пятый раз. Вот, пропустили 2 года только. И на самом деле для нас вот из Брянска стала гонка уже традиционной. Вот, наверное, в первую очередь своей вот атмосферой дружелюбной, такой дружеской, вот, хорошей организацией. Ну и просто, на мой взгляд, хорошей пропагандой именно любительского спорта. Поддерживать традиции, участвовать. То есть, в принципе, каждый год не пропускать. Хоть сейчас в этом году и не часто катался, но тем не менее решил все равно поучаствовать. Перед стартом участников поприветствовал глава Десногорска Андрей Шубин, который в этом году и сам решил принять участие в марафоне. Данный спортивный марафон совпал с Днем защитника Отечества, со столетием празднования, со дня образования Красной Армии. Ну и приобщаемся к здоровому образу жизни. Вот. Когда-то очень давно, лет, так сказать, 20 назад, да, мы тоже активно принимали участие во всех спортивных соревнованиях, бегали, прыгали. Ну, я думаю, что сейчас пришло время вспомнить, так сказать, молодые годы и принять участие в данном марафоне. По уже сложившейся традиции участники стартуют от физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна бегом». Преодолев дамбу, одевают лыжи и становятся на проложенную организаторами трассу. Чудесная зимняя погода в этом году позволила собрать свыше 80 участников марафона 100 километров за 24 часа. Сейчас участники в данный момент одевают лыжи и идут в направлении святого источника. Принять участие в марафоне прибыли лыжники из Смоленской, Брянской и Московской областей. Возрастные категории имели большой разброс. Подростки до 16 лет и спортсмены солидного возраста. Дистанцию 4 круга по 25 километров классическим стилем. Первым среди мужчин в категории от 22 до 35 лет прошел десногорец Евгений Федоров. Вторым в этой категории пришел работник Смоленской АЭС Виталий Чванов. У меня хорошее настроение, отлично. Среди участников от 14 до 16 лет, прошедшими 50 и 25 километров, победителями стали десногорские спортсменки, воспитанницы лыжной секции под руководством тренера Алексея Шлыкова, Анастасия Полторак и Анна Переходкина. Победителем среди участников младше 14 лет, прошедших 25 километров, стал Дмитрий Потапов. В этом году сверхмарафонцев 6 человек, среди них дистанцию 125 километров, преодолел десногорский лыжник Вадим Шубарев. Все участники соревнований получили свидетельство, а победители и призеры 38-го лыжного марафона 100 километров за 24 часа были отмечены грамотами и ценными подарками от Смоленской атомной электростанции.
За преданность своему делу и профессионализм, медали, благодарственные письма президента России, ведомственные нагрудные знаки из рук губернатора Алексея Островского получили лучшие работники региона. Госнаграды были вручены представителям разных профессий – врачам, работникам школ, образовательных учреждений, сотрудникам промышленных предприятий и работникам культуры. Всего наград были удостоены 15 человек. Криминальные новости. Фальсификат на 3 миллиона, а это 7,5 тысяч литров поддельной алкогольной продукции, изъято полицейскими. В Смоленске обнаружили подпольные цеха и склады с водкой и коньяком. В подпольных цехах, расположенных в Заднепровском и Ленинском районах города Смоленска, сотрудники полиции задержали 7 граждан, которые были задействованы на производстве. Они подробно рассказывали о своей деятельности. Работал. Что именно делали? Наверное, пропустил. Паковал коробки. Коробки с чем были? С водкой. Водку из чего делали? Вода, спирт. Ранее оперативники установили адреса подпольных цехов и складов, где хранится спиртосодержащая жидкость, а также оборудованных помещений, в которых осуществляются разлив продукции, наклеивание этикеток и специальных марок. В помещениях обнаружены две линии по разливу технологическое оборудование, свыше 5000 литров спиртосодержащей жидкости, около 6000 бутылок продукции различного наименования, более 48 тысяч пустых бутылок различного объема, свыше 18 тысяч водочных этикеток, коробки с пробками для бутылок, федеральные специальные марки с признаками подделки. Все обнаруженное изъято. Полицейские установили личности подозреваемых в организации противоправной деятельности. Во взаимодействии с бойцами СОБР 35-летний и 43-летний местные жители были задержаны. По месту жительства одного из них оперативники обнаружили склад, на котором хранилось свыше 2,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Алкогольная продукция направлена на экспертизу. Общая стоимость изъятого составила около 3 миллионов рублей. В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, производства, приобретения, хранения, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание – лишение свободы сроком до 6 лет. О криминальной обстановке за минувшую неделю у нас в городе нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 101 сообщение о происшествиях, из них 4 сообщения о преступлении. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 108 административных правонарушений, в том числе 82 нарушения правил дорожного движения за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. К ответственности привлечены 7 человек. В первой школе Десногорска уделяют внимание воспитанию интереса не только к иностранным языкам и странам изучаемого языка, но и к другим предметам школьного курса. 15 февраля в рамках предметной недели иностранных языков в учреждении прошел метапредметный образовательный турнир «Лучший путешественник». В нем приняли участие 2 команды старшеклассников. Ребята практиковались в знаниях иностранного языка, а также в знаниях истории и географии. 20 февраля в историко-краеведческом музее Десногорска открылась выставка работ ветеранов, художника и резчика по дереву. О том, какую интересную встречу они устроили для своих зрителей, мы подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. В зале музея расположились картины художницы Тамары Горчаковой, резчиков по дереву Валерия Карпинского и Валерия Антоненко. Тамара – профессиональный художник, закончила художественное училище в Смоленске. Многие годы жила на Крайнем Севере. В Десногорске живет с 1997 года. Учила рисовать детей в садике «Ласточка». Познакомившись с работой атомного гиганта, прониклась в философии мирного атома. Среди ее последних работ есть квадриптих, объединенный темой развития атомной промышленности. Чтобы человек задумался и нашел, и посмотрел, что означают эти знаки. Не просто все рассказать им, а чтобы задумались и помыслили, откуда пошел атом. Валерий Карпинский увлекается резьбой по дереву. Он так увлеченно рассказывал о красоте бабочек, называл их божьими созданиями. Удивлялся тому, что полет бабочки не могут повторить величайшие ученые мира, при том, что у бабочки отсутствует мозг. Огромное полотно занимают бабочки из дерева различных пород.
деревянные скульптуры «Райские птицы» диковинной красоты. Именно так себе их представляет автор. Увлекается Валерий Карлович морской рыбалкой в северных странах – Ирландии, Норвегии. Очень гордится тем рекордом, когда он на соревновании поднял на Белом море треску с глубины 150 метров. Валерий Антоненко тоже любитель резьбы по дереву. Его работы больше напоминают милые детские игрушки. Они подходят для подарков и сувениров. Именно поэтому мастер готовит их к праздникам и дням рождения. У каждой фигурки есть свой характер, свое настроение. Резчик удивительно может передать эмоции. И неважно, это солдат, швейк, боцман, медведь или собака. Для этого нужен особый дар, чтобы в простом кусочке дерева почувствовать душу своего очередного творения. Выставка будет работать в историко-краеведческом музее до 23 марта. Приглашаем вас насладиться поистине народным творчеством. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.